Еще один значительный шаг к комфорту и благоустройству своего населенного пункта сделало руководство села Визирка. Здесь установили специальные контейнеры для сбора вторсырья, бутылок и других изделий из пластика. То есть пластиковая бутылка, которая занимает довольно большой объем в основном контейнере, сейчас будет утилизироваться и складироваться отдельно. Таким образом мы улучшаем экологию села, будет меньше костров, сжиганием этих пластика, и меньше будет загрязняться окружающая среда. Это довольно удобно. А ведь визерчане еще хорошо помнят, как обычный мусор они вывозили собственными силами, ведь контейнеры для вывоза ТБО в Визирке появились сравнительно недавно. Мы в течение 5 лет работаем с фирмой «Градсервис», которая занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов у населения и организации села Визирка. Раньше у нас не было вывоза мусора, это была проблема. Выбрасывал кто куда мог. Сейчас население к этому привыкло уже и довольно успешно пользуется услугами компании. Яркие контейнеры в виде сетки для сбора пластиковых бутылок размещены рядом с обычными мусорными контейнерами. Здесь есть очень понятная инструкция. Можно выкидывать пустые пластиковые бутылки, предварительно слив с них жидкость. Нельзя выкидывать в контейнер упаковку от продуктов и одноразовую посуду. Александр Павлович уверен, Визирка – село современное, и жители быстро разберутся, что к чему. Некоторые контейнера мы поставили 2-3 дня назад, и вот видно, что уже люди начали отдельные бутылки пластиковые уже складывать в отдельные контейнера. Проблемой для села это не будет. У нас есть депутатский корпус, есть активисты, которые будут людям рассказывать. Возможно, даже будем встречи проводить по улицам и объяснять, для чего это делается. Важно помнить, что пластиковые бутылки занимают в объеме обычного мусорного контейнера до 25%. Если их выбрасывать отдельно, то основные контейнеры не будут так быстро наполняться. Это еще и снизит нагрузку на полигон мусорных отходов, который находится на территории Першотравнеевого сельсовета. И он еще послужит долгие годы будущей объединенной Визирской громаде, в которую жители Першотравнеева приняли решение войти. В ближайшем будущем поставим контейнер еще для сбора бумаги и макулатуры. Будем смотреть, если это будет развиваться, то поставим еще сетки под стекло, допустим. Если объем мусора упадет в разы, то мы можем уменьшить количество контейнеров, и население, конечно, у них и уменьшится оплата за вывоз ТБО, потому что за вывоз пластика и за вывоз стекла вторичных ресурсов они не будут платить.